на следующий год, в день военно-морского флота и накануне, будет 80-летие города Северодвинска. Как раз год моего рождения. То есть они меня пригласили и сказали, ты родился вместе с городом Северодвинском. Друзья, поэзия, поэтика. Вот здесь сидит один научный работник. Я почему хочу ему тоже представить слово. Я, в общем-то, в отличие, а не в отличие, так вот, Ахат Газизович, я ушел, он ушел от инженера-механика, ВМС, все это прочее, гуманитарий. А я наоборот, всю жизнь был гуманитарием, 40 лет, и ушел в квантовую физику. Написал 10 книг по квантовой физике. Это хвастовство. Я хочу представить слово научному человеку, с которым я сотрудничаю, пусть с научной точки зрения несколько слов скажет о поэзии, о нашем юбиляре. Прошу вас. Марий Гореев. Я доктор экономических наук, в Москве уже 30 лет, преподавал в институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов МИТОП и параллельно Российской академии наук. Ну, научных работ где-то за 140. И монографии, брошюры, учебники и прочее. Нашим юбилярам, который сегодня торжествует, я знаком с его появлением здесь, в Москве. Мы здесь, кроме своей основной работы, организовали общественные на своих инициативах литературно-музыкальный центр со своей женой. Она у меня музыкант, консерваторию закончила. И ведем вечера такого характера просветительного. То есть свою культуру, свою поэзию доводим до здешних москвичей татар, которые живут здесь или которые здесь сюда здесь оказались. Вот мы с ним первый раз встретились на нашем вечере по приветствию. Он нас впервые, мы с ним встретились, вечер прошел, он подошел, познакомился, у нас довольно успешным выступлением, да? После того мы стали друзьями. С ним учат хорошо общаться, легко, просто. У него много мыслей. Он также здесь организовал литературный вечер, литературные вечера. Ну, его вечера, наши, немножко отличаются, но ведем одну, ту же работу, нужную для народа. У нас тоже не только татары присутствуют, и русские, и украинцы. Вот недавно мы были в Пушкино, а там и украинцы, и евреи, армяне, такие чуваши, марийцы, татар было меньше, чем все остальные. Мы со своими студентами разных вузов, которые здесь в Москве учатся, приглашаем себя, подъявляемся и прочее, проводим такие вечера. Но речь не об этом. Речь об Ахате. Ахат, я думаю, что он только служил в войсковых частях, но тем не менее, вот его творчество, его работа, его энтузиазм показывает, что он всесторонний, одаренный человек. Не жалея себя, в возрасте 76 лет ушел, поступил в институт, прекрасно закончил и первые плоды дал. Чем я поздравляю. С нетерпением ждем обещанную вторую. Я надеюсь, он, конечно, выпустит, потому что энергии в нем хватает на многие, на долгие годы. Пусть он останется таким же энергичным, таким же трудоспособным, инициативным товарищем, другом на все долгие годы. Мы чтобы вместе с вами еще раз встретились в этом зале, еще раз приветствую его успешным окончанием обещанной книги. Спасибо. Пора бы какую-то песню музыканта послушать. Наяхан.